Первое воскресенье октября в Украине свой профессиональный праздник отмечают учителя. В канун праздника в ДК «Днепроспецсталь» для них состоялся праздничный концерт. Сегодня в нашем городе работает более 9 тысяч учителей. На праздничном концерте, посвященном их профессиональному празднику, 1250 человек принимают поздравления от коллег, учеников и городской власти. Я хочу в преддверии Дня учителя поздравить людей этой благородной профессии, сказать о том, что каждый из нас всегда помнит своих учителей. Это люди, которые дали нам частицу своей души, которые вели нас в мир знаний, подарили нам новые навыки. Эта профессия очень благородная. И нет, наверное, человека, который бы не прошел через руки учителя, через те руки, которые из него что-то слепят. Как любой человек чувствует свое продолжение. Например, скульптор свое продолжение видит в скульптурах, художник в картинах, а учитель, конечно, свое продолжение видит в своих детях, в их достижениях. Лучшие представители профессии были награждены грамотами и благодарностями от имени городской и областной власти. Кроме того, в этом году 70 человек получили премии мэра. Среди них Эльзира Деева, учитель истории гимназии номер 11. Я очень люблю детей, я очень люблю историю. Ну и вообще, наверное, да, все-таки учитель, я считаю, это в какой-то мере зов души, сердца. И учителям надо уметь. Также для собравшихся в зале учителей прошел праздничный концерт.